Кто будет защищать честь Якутии на Всероссийской спартакиаде трудовых коллективов? Сегодня этот вопрос решали на стадионе Туймада в Якутске. Там прошли республиканские отборочные соревнования среди трудящихся «Папа, мама и я, спортивная семья». На них определяли, кто представит Якутию на 4-й Всероссийской спартакиаде трудовых коллективов в составе сборной команды республики. С подробностями Марианы Кутукова. В этом году участниками отборочного тура спартакиады трудовых коллективов стали 8 семей, делегированных республиканскими отраслевыми комитетами профсоюзов. Состав команд – 3 человека, 2 родителя и ребенок 11-13 лет. В отличие от предыдущих семейных соревнований, в этих команды разделены на 2 вида. Это семьи с девочками и семьи с мальчиками. Главная цель спортивных соревнований – выбрать достойную семью, которая представит Якутию на всероссийском этапе. Начиная с 2011 года Федерация независимых профсоюзов России и Министерства спорта Российской Федерации начали проведение всероссийских спартакиад среди трудящихся. И за этот период прошло уже 3 спартакиады. И в этом году с 21 по 25 сентября в городе Чебоксары Чувашской Республики состоится 4-я всероссийская спартакиада среди трудящихся. Команды соревновались между собой по 3 видам спорта – легкая атлетика, настольный теннис и туристская полоса препятствий. Последняя для многих участников стала самой трудной и интересной. Этап туризм. В него входят этапы переправа по параллельной веревке, переправа по бабочке, переправа с горизонтальным маятником, потом метание карабина в цель, траверс, то есть перестежка карабинов, и транспортировка пострадавшего. Мы постарались максимально приблизить ко всероссийским этапам для того, чтобы они в том числе и подготовились ко всероссийским соревнованиям. По результатам соревнований претендентами для участия в 4-й всероссийской спартакиаде трудовых коллективов стали 2 семьи. Среди семей с мальчиками – семья Федоровых с Вилюйского района, среди семей с девочками – семья Лукиных с Чурапчинского улуса. Победа – это упорный труд. Нужно тренироваться, а мы регулярно, вот, системно занимаемся спортом, проводим активно свой досуг вне рабочее время и поддерживаем здоровый образ жизни. Отметим, что все семьи участвовали в соревнованиях с большим удовольствием. Несмотря на то, что некоторые участники остались без призовых мест, огорчения не было ни у кого. Ведь самое главное – это участие, спортивный азарт, хорошее настроение и бесценное время, проведенное с семьей. Марианна Кутукова, Владимир Таюрский, НДК Саха, Якутск.